В школе всегда так? Нет. Ты была права. Мы не разошлись, это я его бросил. Отец Неда заставлял его играть в бейсбол. Наверное, пытался вылепить из него второго Чеза. И вот Нед оказывается в игре, на месте левого крайнего, в последнем ининге. А я, питчер, я стою на подаче и даю легкий мяч. Принимающий так шарахнул по нему битой, что мяч улетел в небо. А потом начал падать прямо на Неда. И как раз в тот момент, когда он должен был попасть Неду в перчатку, вдруг бац, Чес сбивает его с ног и хватает мяч, как кошка воробья. Игра закончена, Мозли Авто побеждает. Все поздравляют Чеза. А я помню, что стою и смотрю на поле, где все еще ползает Нед, ищет свои очки. Понимаешь, он... У него никогда не было шанса. Не то, что он им не воспользовался, его просто не было. Да. Я почти не знала Неда, пока он не стал зомби. Но он был добрым. И смелым. И у него был большой член. Прах к праху. Нам будет не хватать тебя, Нед. Хорошая речь, Дуримар, но Пэт рассказала лучше. Нед! Ты живой? Боже! Ну, садись же! Черт! Мы думали, ты покойник! Я не умер. Я распался на частицы и материализовался снова. Значит, все живы, и мои родители тоже? Не знаю. Вы убили инопланетянина раньше, чем он отправил меня куда нужно. И я попал не ко всем, а в пиццерии на Лейквью. Что? Что нам теперь делать? Надо дать инопланетянам то, зачем они пришли. Подумайте сами. Почему они выбрали Дилфорд? Чем таким особенным известен наш город? Вы видите это каждый день. Постой, риблеты? Они пролетели миллиард миль ради вкусного сэндвича? Им нужно то, что в риблетах. Ребрышки? Тетрафлюоксипан. Что это за чертовщина? Это химикат, при помощи которого Малфаста делает лошадиную требуху, похожей на мясо.